Писать я начал сначала со стихов, и это началось в 14 лет, когда начал влюбляться. А потом пробовал писать что-то более серьезное, читать книги и подражать авторам. Ни одного самостоятельного романа или повести так и не получилось. Зато вот буквально пару лет назад кинулся писать пьесы, драму, и там немного преуспел. Артем Симонов родился в Иркутске. Закончил художественное отделение Иркутского регионального колледжа педагогического образования по специальности педагог дополнительного образования в области театрально-сценической деятельности. Сейчас обучается в Красноярском государственном институте искусств по специальности артист драматического театра и кино. Увлекается артистическим фехтованием и танцами. Пьесы Артема Симонова ставили в любительском драматическом театре Сибирского федерального университета. Участвовал в различных конкурсах, публикуется в интернете. Так случилось, что я с недавних пор оказался ярым противником реализма и натурализма. То есть я стараюсь выйти к чему-то более романтическому, фантазийному. А герой, да, начало любой пьесы – это обыкновенная бытовая ситуация, может быть, даже какая-то простая пустяковая история. А затем герой в ходе своих рассуждений, мыслей выходит к чему-то более философскому, более космическому, и многие из них сталкиваются с тем, что они чувствуют под ногами какой-то реальной почвы, к которой они привыкли. И из-за этого возникает некая драма, трагедия человека, не готового познать ее больше, чем он привык познавать. Нередко происходит так, что я пишу со знакомых. Чаще всего это люди с интересной судьбой или люди с интересной манерой выражаться. То есть богатый словарный запас или своеобразный словарный запас, они тоже попадают в пьесу, потому что для меня очень сложно сделать героев разными от меня. То есть не чтобы все герои говорили моим языком, а чтобы каждый из них был самостоятельным. И поэтому я стараюсь набираться слов от людей, которых знаю. Очень важно, чтобы за созданием пьесы следили несколько человек, потому что я, если буду писать в соло сам для себя, я могу себя обмануть и сказать, что, ну, вроде как эта история в голове у меня есть, и она меня как бы устраивает. Все герои там существуют, и все. А когда появляются люди, которым это интересно, мои знакомые, друзья, чаще это мои ровесники или ребята чуть помладше меня, тогда я хочу их удивить и поделиться с ними. И именно этот стимул побуждает меня, чтобы писать пьесы. Очень часто происходит еще так, что когда я что-то написал и чего-то не додал своим героям, это остается у меня в голове. И ребята, которые прочитывают пьесу, задают вопросы или что-то уточняют. И тогда я понимаю, что мне кажется, что там это есть, потому что я это знаю, а на самом деле этого нет. И тогда мне приходится это добавлять и дописывать, что-то объяснять или каким-то образом менять. Поэтому я думаю, что это очень полезно. Еще недавно совсем я был абсолютно уверен, что стану актером или режиссером. Получил даже какое-то уже, получаю сейчас образование в Красноярском институте искусств. А с тех пор, как стал писать пьесы, я стал понимать, что это, к этому я тяготею немного больше. И, собственно говоря, написав свою пьесу, я могу также стать и режиссером своих пьес, ставить их, эта возможность сохраняется. И если получится получать второе высшее образование, то у меня стоит выбор, либо это будет режиссура, либо это будет драматургический факультет.